Запись пошла. Итак, мы приехали к селению Авахил. Сейчас последние сборы перед отходом. И дальше нас ждет гребень. Его тут не видно, но он очень большой. Вот такой вот Авахил. Только что вышли из Авахила. Настроение у всех замечательное просто. Мы полны позитивы, настроя. Загородит дорогу горная стена. Но мы дойдем, и ребята, какая, ребята? Какашки. И зазвенит Бакштаг, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался у дверей. Чужими делай. Вон там собачки. Сыкотно. Сыкотно, ребята. Мы плотнее. Здесь сложное место. Синенькая палатка — это одно пастбище. И там синенькая палатка — второе пастбище. Нам как-то надо не слиться сейчас, ребята. О, чувак, который может нам помочь. Спаситель. Сейчас талон налим. Договорился вот с теми ребятами. И вроде они сказали, что здесь еще километров 20, и потом там джанавары могут быть. Да ладно, что вы об этом думаете? Мы пройдем джанаваров или нет? Очень многословный наш человек. И вот мы прошли еще одно испытание. Пока все целы. И все снова в позитиве, кроме Тавана. Таван что-то очень грустный. Очень позитивно здесь. Самый позитивный. Да. Из-за сильного порывистого ветра нам пришлось одеться. Наш молчаливый друг из Ирана или Турции, я уже не знаю откуда вы. Это было почти на камеру. Как ты? Сломал колено. Я коленку ушибла. Коленку ушибла. Ручку давай. Жаль, я не снял сам. В том же духе продолжаем. Мы, в принципе, позитивны все еще. Да, пока что та вершина, это 2200. Там надо будет крутая вершина. Все вместе, ребята. Браво, бегут, ребята. Все? Штаны? Так?
Смотрите, какая. Ну хорошо. Цепочка, ребята, руку, руку. Ну, я снимаю это. Тихо, не бегите, бегите. Сюда, ближе сюда, ближе сюда. Ой, бля, вот это жесть. Вот это жесть, ребята. Мужчины нам помогут. Гордай! Эй, куда вы? Сюда, давай, давай. О, один остался. Тихо, тихо, тихо. Отбился от стада, барашка. Кемеле, белясен, бирас. Ура. Идем, 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 идем. Чокса, добрый человек помог на какое-то время. Да, тест, гидах. Гидах, тест. Там еще какая-то, да. Да. Так что люди. Ох, нифига себе, а? Экстрим, ребята. Мы еще видели верблюдов, блин. Пипец. Там блокпост какой-то. Новый знакомство. Да. У нас здесь есть связи. Налаживался. Привал. Хорошо, что Олеся еще факел не зажгла, мы бы горели. Как кушается? О, местная. Только прыснула, он обратно подумал. Салам алейкум. Да. Добрые люди нас накормили. Пендир, чере. Все как на лучших традициях хип-хопа. Такого районского. Вот оттуда мы пришли, кстати. Оттуда идем, да? Да, да, вот оттуда мы пришли. Это 2200, опять тоже твое, 2200 было там, покажи. Это, наверное, 2100, но суть не в этом. Мы на позитиве, нам сказали, что здесь опять охрена медведей. И причем только вчера, или позавчера, чувак убил медведя. Не убил. Ну, ранил, ранил, вот там вот где-то. Не, там нет, не показывает, не показывает. Нет, смотри. Сперва злой хоть пальчик. Да. Собаки. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд.
другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Мы только что сели. Да, мы сели. Столь прекрасным кафе. Мы в кафешке сели. Да, покушать. Кафе на три столика. О, немного а, так отличается. Какой альбиноса? Не, у него сильный. Вождь краснокожих, как вас звать? Я большой. Все поняли, кто ты. Лена борется с осой. А мы... Правда, бал что-то ладно. Нуж. Да, нуж. А мы жрём. Да, мы жрём. Наверное, не дашь. Ух ты! Кто да это? Ладно!